Get some place. Please. Thank you. Okay. Мы сейчас на колесе обозрения в Будапеште. Оно же чертово колесо. Сейчас нам станет страшно. Наверное, да. Внимание. Скорость набора высоты хорошая. Очень и очень. Так, я уже очкую, Петрович. Я очкую, как там? Да перестань, я 100 раз это делал. Да успокойся. Успокойся. Да. Охренеть, видишь, твой? Обалдеть. Только так, я рюкзачок сниму. Позвольте. Сейчас. Он даже дыра видна вот там. Это которая в Буде. Рюкзак снял. Так, это сюда на шею, чтобы не уронить. Так, это нам дали панорамку. А чуть-чуть. Мы еще и болтаем. Ой, красиво как. Ну супер, слушай, закат какой красивый, за тучи, видишь? Да. Короче, я шлепаю, ты снимаешь. Вон крыши с тарелками. Иштван. О, парламент вон, ну купол. А, да, кусочек. Главный. И вот Иштван здесь рядом, святой. Надо подождать, потому что мы еще... О, пошли наверх. Охренеть, ну мне страшно, как ты ходишь так? Ну, сейчас не об этом. О, парламент. У нас и горы какие-то там. Ну, это же на Буде уже там. Мы же были сегодня. На Буде там. Офигеть. О, красота. Вон и часы, и башни какие-то там. Это мы еще не на самом верху. А вон, кстати, этот памятник. Офигеть. Как он называется? Я забыл. Офигеть. Так, я боюсь вставать. А, свобода. Мать свобода. Свобода, ага. Да, чего да. Жим-жим. Ну, ничего страшного. Крыши посмотреть Будапешта. Да супер, ты что? Вон мост. О, сейчас только увидел, сейчас его сделаю. Королевский дворец. Ой, это мы сейчас на самом высоте. Все на ладони, да? Это мы уже вверх проехали. Нет, вверх мы не проехали. Вот мы только поднимаемся кверху. А, еще поднимаемся? Офигеть. Офигеть. Петрович. Да, да. Так, как-то сумму. Вон туристический автобус. Вот эта площадь с бассейном. Мы сегодня там ноги мочили, купались. Вот этот бассейн. Вот он, кстати. О, видишь? Я снимаю сейчас его. А. Так. Мы там сегодня мылись. А вот наша это не... Ой, господи. Не Дьохаза. Как она там? Все подряд. Жилинского улица. Ой, красиво как, слушай. Но это чисто открытки. Да, обалдеть. Красота. Это на стенку. Это весь Будапешт. На стенку. Так, с этой стороны что у нас? Будайская сторона. О, так. А, мост Эржебет. Эржбет. Елизаветы мост. Так, мы тетеньку. Ну, это мы вообще-то, вот. Помахай дядям, тетям. Да. О, пошли вниз. А, нет, вот самая высота. Вот мы сейчас... Все, пошли вниз, да. Ну, да, сейчас пошли вниз. Так, ну, ладно, ждем второго захода. Офигеть, святой Иштван. Офигеть. С высоты видим. Иштван охрененный, конечно. Да. И народ, бухающий пиво на траве, тоже сидящий. Там они с собой набрали, я вижу, на весь вечер. У них там, да. У них столько банок там полных. Там, может, и на ночь хватит. Люди запасливые. Да, площадь интересная. Ага, а вот туда уже к Ференцу. Дику? Дику Ференцу, да. Кстати, можно сфотографировать. Хоть и болтается, но...